Вот уже несколько дней специалисты предприятия «Автодор» производят текущий ремонт переулка Лермонтова в поселке Александровка. По словам представителей поселковой администрации, долгие годы здесь практически полностью отсутствовало дорожное покрытие. Дорога была в непригодном состоянии, тут после дождя тут пройти было невозможно, то есть люди жаловались, постоянно жалобы поступали, чтобы нам сделали хотя бы такого покрытия, как бы щебневка, а потом в последующем неасфальтирование дорожного покрытия будет осуществляться. Это все было сделано благодаря главе Валерия Яковлевича Хмельнику, то, что он содействовал по выделению денежных средств из бюджета городского на ремонтирование дорог, то есть без него бы мы как бы не смогли. Ну и также благодарность депутату Ильичевского городского совета Червачеву Сергею Николаевичу, как бы он тоже посодействовал. Сегодня дорожники выкладывают по переулку Лермонтова щебеночное основание, чтобы в будущем произвести здесь капитальный ремонт. Это хорошее готовое основание под укладку асфальта. Через год-два можно спокойно ложить асфальт и уже будет дешевле на тот период, потому что основание уже выполнено. Такой же комплекс работ был произведен по улице Развития. Также до конца года в Александровке планируется выполнить текущие ремонты улиц Садовой, Железнодорожной, Кооперативной, Сельскохозяйственной и капитальный ремонт улицы Лермонтова. Одновременно масштабные работы ведутся и на территории города. На улице Лазурной мы выполняем пешеходную дорожку в плитке. Также там будет завезен чернозем, распланирован, и зеленхоз высадит там деревья, кусты. Будет такой красивый сквер за памятником афганцев. Также мы делаем пешеходную дорожку на Лазурной 7, во дворе Лазурной 7. Карман делаем в районе Парусной 4А. Это он там между Парусной 4А и Парусной 6, в районе детского садика карман делаем. Поставили вдоль Парусной 6, бордюры установили, потому что раньше вода с улицы Парусной текла вниз на внутридворовой проезд. И так как там не было бордюров, то ливневые воды все доходили до здания Парусной 6 и подтапливало его. Сейчас мы поставили бордюр, загородили, там все нормально. Масштабные ремонтные работы специалисты «Автодора» также производят во дворе домов 4 и 4Б по улице Корабельной. В районе ТП. Там стоят мусороконтейнера и полностью, так как начали тяжелые мусоровозы ездить, разбили полностью асфальт там. Сейчас мы его перекрываем в этом районе, считай, новый асфальт стелим с учетом нагрузок на тяжелые машины. Близится к завершению капитальный ремонт пешеходных дорожек возле дома номер 13 по улице Александрийской. Не ремонтировалось, по-моему, с начала сдачи дома. Когда мы делали технический осмотр, весь асфальт был старый, стертый, изношенный. Ну, сейчас мы заменим поребрики, новый асфальт, новые ливнеприемные решетки будет. То есть людям там будет приятно ходить. Все эти работы сотрудники предприятия «Автодор» спешат выполнить до прихода холодов. До начала зимы дорожники также планируют произвести ямочный ремонт всех улиц города.